Пучдемон попросит убежища в Бельгии, СМИ. Вместе с Пучдемоном в Брюссель прибыли еще 5 членов отстраненного каталонского правительства. Отстраненный Мадридом глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в Бельгию, чтобы просить о политическом убежище в этой стране. Как сообщает El Periódico, вместе с Пучдемоном в Брюссель прибыли еще 5 бывших членов отстраненного каталонского правительства. Размещением лидера Каталонии и его соратников занимается постоянный представитель Женералитата Каталонии при ЕС Амадеу Алтафаш, который сегодня сложил свои полномочия согласно решению Мадрида. СМИ также сообщают, что в Брюсселе Пучдемон проведет консультации со своими адвокатами. Напомним, 27 октября испанские власти приняли решение отправить Пучдемона, а также глав департаментов региона в отставку. По материалам сайта news.com.